дорогие, родители, дорогие гости наши родители, благословите меня всех вас уже там, на любимейшую Владыки Панкратия, и будьте наши родители, от лица всей братьи наших родителей, от лица всех наипаших сотрудников нашего православного, культурного, просветительского центра Святого Лама. Поздравить вам с величайшим праздником нашей исцеления, нашей Святой Церкви, с воскресением прелюбимейшего Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник, как есть праздник, и торжество есть торжество. Наш сегодняшний праздник святыми отцами именуется. В нашей церкви очень много праздников, но праздник Святого Христова Воскресения – это праздник, который, как солнце, своим светом превозносится над всеми звездами, так этот величайший праздник является торжеством нашей христианской православной веры, торжеством нашей надежды на будущую жизнь, потому что мы знаем, что наш прелюбимейший Господь воскрес из мертвых, принял позорную смерть, унижение и поругание злых человек, всех наших предков, наших родственников, которые не узнали своего Творца, не узнали Творца ангелов и человеков, не узнали, ради чего Творец Вселенной пришел и зрак раба приим в образе человеческого, чтобы избавить нас от греха, от проклятия, от дьявола, который, к сожалению, является врагом рода человеческого. Мы знаем, что не камень, который был привален к гробу нашего прелюбимейшего Господа, святым праведным Йосифом Аримафейским, не печать злых людей, ненавидящих нашего Господа, ни стража, которая его охраняла, не могла удержать божественное тело нашего Спасителя. Мы знаем, что его глаза 10 тысяч раз сильнее света солнца. Мы знаем его великую любовь к человеку, потому что каждый раз, когда встречаем этот величайший праздник, мы воспоминаем его служение нам, грешным людям на земле. Мы воспоминаем его любовь и снисхождение к нам, что ему не чужда и смерть человеческая, и страдания, и болезни, которые нас, к сожалению, в нашей жизни бивают, потому что он сам, Творец наш, пришел, чтобы уподобиться нам, чтобы нам показать, что он нас любит, что его любовь торжествует над грехом, над страданиями, что она дает человеку возможность подняться на такой величественный горизонт его любви к человеку и нашей любви к нему, нашей любви к каждому человеку. Господь наш Иисус Христос – это сущая любовь, любовь, которая сохраняет всю Вселенную. Это наш прекрасный мир, который дан нам от Него, как произволение Его благой воли нам ближним. Всех вас поздравляю с величайшим праздником и благословите нашим деткам получить маленькие подарочки. Христос воскресе! Во имя воскресе! Христос Анесе! Во имя воскресе! Христос воскрес нам! Во имя воскресе! Christ risen! Воистину воскресе! Христос хайрав эмерилоц! Воистину воскресе! Спасибо, говорим.